Три минуты, у меня метаморфоза не откадышилась. Как каким образом? Короче, один раз жму раскол, второй раз разворачиваюсь спиной и стою АФК. А! И вот так я, ну, не срываю. Сам нажимаешь раскол, уходишь в стелс, нажимаешь раскол второй раз. У меня нет стелса, я лиса. Нажимаешь раскол, умираешь, встаешь по СС, нажимаешь еще что-нибудь. Что-нибудь. Блин, суицидишься жизнеотводом. Если бы можно было суицидиться еще. Да. Только адское пламя. Окей. Так что ты не трогок. Просаживаешь свой ХП жизнеотводом и кастуешь в последний момент адское пламя. Нет, неинтересно. Быстрее уж сдохнуть от срыва. И не надо ничего кастовать. Так, там. Тогда Эрел жаловаться на тебя будет. А у нас есть Эрел? Он же спит, бухой. Ой, а, ну да, тоже верно. Эрел, когда Эрел кинул. Четыре рыбы осталось. Не боись, еще есть. Одна на Торима, одна на Леза и две на Йога. Одна на Йога и одна на Уделона, да? Так, фаст тактика, как умереть, это умереть на трэше в туннеле? Сессия так же, как первый трайбер. Mm-hmm. А, поиск КД. Ладно, вместо поиска Зен ты зумор даешь. Я нет. Потом Марго. У меня откадышится. У тебя 5 минут. Откадышится все. В идеале, да. Отрезать. Да я тут кроссовки меряю. Поехали. За что моб далеко гуляли? Пошел? Гулять. Мобы не добили, он уже пиздит начал. Рейндж сразу 12. Погодите, вместо 8, который ДБМ ставит. Это было в горах. Но вы? Что это? Где я? Торим, мой повелитель! Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, кое нет? Их нужно остановить. Направо. Я все вижу. Не твой я бой, я на всех кидаю. Ну, тебя вижу. Налево, налево. Каст. Не забили. Маги, у нас 3 мага в туннеле. Куда вы направо пошли? Налево. Прыгнулся. Минус два раскола. Две пачки мобов. Двойная, мы двойные мобы рили. Вот верхний. Аккуратнее крути. Не надо пуль, да. Аккуратно. Возьмите второго. Сразу кастер. Спульте моба, пожалуйста. Спасибо. Кик? Чтоб кикать? Вверх, ну надо идти уже. У нас очень мало времени. Главное, чтоб не два больших. А, по-моему, их два.
Нет, один. Маленьких два. На маленьких пофиг. Большого играть? Все больше. У нас здесь. Чего пета там бьют, блядь? Заберите пета оттуда. Зиан, забери пета, блядь. Где он? На арене тут руинит. Да, это понимаю. Пускай бьют. Братишка. Киньте пробудить Ньюкас, шаманы. Все, заливайте это говно. Он кроме тут, меток. Нет? Блять, у меня Дум миснул. И ты мне кое сбил. Череп, залейте быстрее. Спасите. Спасибо. Гера, да? Он нас сами должен. Что, спускаем? Гера. СС-у, да? Кто, кто, а, как сказал? 40 секунд, думаю, еще. А как ты? Эльдар, тут? Дизельт. Агата, подними хули. И Инерму дай. Мандала. СС, кто кому там раскинул? Фу, СС Эльдар должны были, по-моему. Да, но только СС есть только на Нире. Я даю, только откуда шлось. Мордон, в Зумара кинул. У нас Матон Мордон. Забери. Хильтесь, хильтесь. Это бронепота жмите. Вот сейчас, но начинайте уже по сейвам. Каплю дал впервые. Сив мили атакой убил. Лоу. По мне сирпит, но 19к. Скалибру каплю по мне дай. 800 хп, шп. Зумер есть СС? Не встал, меня убило. Меня убил сразу. А, тебя уже? Пол рейден. Тут вайп, да. Там у Эльдара, походу, опять. Бля, ну мисс Дума, это такой рофл, я так сгорел сейчас. Боже, ты хоть знаешь, что значит драка? Ты хоть знаешь, что значит... Не, без хита очень тяжко. А чё вот тот, который первый рейд, тоже в два завоевателя бьёт, да? Нет, мы в один. А чё, мы попробуем, может, в один? Просто когда выходит с контроля один, он хосту на босса вешает и танки обсираются. Ну там пиздец. Нет, атака. Без двух ДПСа может не хватить. У нас просто до ДПСа больше, мы можем позволить себе в два. Ой, ну, в одного. У нас Холи Пау лежат по КД с ПО постоянно. Так. Причём какие танки, ты про чё вообще? У нас танки вообще почти не умирают. Я не... Вот... Вообще, если честно, тут выжить очень легко теперь. Алло, проблема у нас ходит. В одного танка он танчится, этот турм сейчас. Куда вообще встал? Ты от Близзарда сдох. Я тебе сказал, метки, стой, а можешь отойти чуть назад, если мешает. Ты прям в Близзард встал, блин. И сдох от Близзарда. Он начинает тебя Близзард бить, отойди вперед немного. Какие танки, блядь?
Вы на хулипалах мрете по КД, блядь. Вы понимаете, что главная задача здесь, блядь, этого босса, это хулипалы и танки. Я виноват, что по мне сив с мили-атаки критует по 19к. Да. Ну я сейчас линкану тебе информацию. Я не только, про этот, не только про этот трай говорю. Вы стоите в сейф-споте и умираете. Я про Вайда сейчас. От Близзарда. Это пиздец. Марти, ты с рыбы, пожалуйста. У вас как частицы висят? Надеюсь, на разных танках? Угу. Да, на разных, да, я на Нире держу, а на Зумере. И да, фласки, фласки крепили. Что по ССам у нас? Нет, КД. Толян. Толян в один. Ты дашь... Мартон КД 11. Ты дашь Зумуру, Толян даст Ниру, когда спустимся. Лось. Окей. Okay. Выкину его, захожу. Коня уберите, а Фрост поставь, пожалуйста. ДЦ, конечно, без даже у нас. Хилит больше хрипалов. Не дохиливает это из-за него вайп. Угу. Синдорн, твой трай постарайся. Поехали, блять. Да. Что-то прям беса нахуй зовут еще, да? Бля, за на 200 тебя вообще нихуя не слышно. Пиздуй на кухню. Так я здесь сижу, алло. Так это он с кухни так база. Ебать, так ты говори нормально. Я нормально говорю, алло, блядь. По-мужицки. Это было в горах. Я понял, нам не хватает боевого клича. Это было в горах и работаем на арене. Нет. СМЛ, давай, работай. А чё я нахуй, я чё, шипаешься ли? Или ты же коты? Направо. Так мы не обосрали? Налево. Налево. Вар, не нужно тампить мобов, им элимы кикают косты и они подходят. Я понял тайм. Я срываю, не? Не. Нет. Там еще дохуй. Да что-то в пан раскол же. Да, вот бинды все сусили. Всем похуй. Чай. Это так он в Африке. Ладно, я в Африке вас предложу. На клавиатуре. Мимик обычно, я тут стою. Чё ты делаешь? Вроде да. Если чё, я двигаться. А, ещё и Димон, подожди.
Вот бы охуенно было, если бы нас ваншотнуло сейчас. Да. Доложите обстановку на борту. 4 ауры на торе. Законтролите метку. Алло. Все, не бьем метки. Похильте тут этих. Б. Бля, опять босс что ли хуево стоит? Да. Да. Квадратик не достает. Что, блядь? Так хуево стоит? Это через танков, если что, через танков. Успеем? Танки очень плохо стоят. Да, успел. Блять, там Нао Близзард сейчас подохнут. Да. Ну, как на маге помню. Оказывается, это сложный босс. Вот знаешь, что значит драка? Охуенно. Забери, забери. Зумр, забери. Вот знаешь, сразу ДД. Ладно, ложись. Бля, поставьте босса, пожалуйста, нормально. Сейчас такой хороший перевод был, блядь, и босса криво поставили. Потому что не метки стоит. Они за метку зашли, это первое. Второе, кто-то из танков во время ретаунта подвигался, и босс подошел вперед. То есть, вот, и это разрушило все. Прямо в метке слот там души могут скринуть. То есть, ну, типа, кто-то из танков был чуть дальше другого, и типа босс ты просто подошел вперед. Ориентируйся по танку, а не по метке. Если уже ДК встал в этой метке, так, то ты прям встань в него. Нет, вот в том-то и дело, что если танк не встал в метку, то есть он будет сцеплять других. Если танк за метку зашел, то это будет цеплять РДДшек. Вот. И миликам придется подойти. А когда другой танк возьмет на себя босса, он окажется ближе к боссу. И миликов он, ну, начнет цеплять. То есть тут от танков зависит все. Если вы неправильно встали, то вы убьете всех нас.
Ну, я вам так скажу. Кроме нас, его сейчас никто не убивает. Этернова его скипают тоже. Так что, если мы его сейчас собьем, то это очень будет сильно. Босс еще постоянно в левую сторону, блядь, почему-то уводит. Тогда я же говорю, что тут надо главное его правильно поставить в самом начале и не двигаться танком. Может, лучше пожертвуем 5 секунд, пусть танки поставят, вообще никто босса не будет бить. Потом... Так вы не должны бить его, блядь, вначале. Вы должны трэш убить, и все. И встать по своим местам, потом только начать босса бить. Бьют только на пушке. Зумер, войдем. Тяжел зумер. У меня остался нет, если что. Поехали. У меня тоже ПД было. Нет, остался. Я дам. Флости дашь. Червяка сразу грипаете? Так я пи-то здесь оставлю, нахуй. Я приду, наверное, надеюсь, здесь будет. Я вообще не слышу, что ты говоришь. Нет, тоже. Я говорю, Пер здесь будет, когда я приду? Нет. Понял. Я постоянно это перепризываю. Хорошо. Он багает. Хорошо. Ильдар. Курабегна. Ильдар. Налево. Бля, вот бы вас запустить в наш дескор. Что там по метке? Метку не бьем, ДД, блядь. Законтрольте метку, что с ней? Через смело. Синтор что подеспел? Да. Весь рот в диспейле, походу. Клет на пяти. Отъеба. Гильдия дебилов. Я с ними играю, мы. Малолетние дебилы. Есть намного хуже, не беспокойся. Хуже этой гильдии нету, в принципе, гильдии. Чой, как ты ошибаешься? Я не ошибаюсь. Никогда. Койл в себя кинь. Киньте, блять, пробудите. Я случайно вместо демона призвал суккубу. Ну, нормально. Соблазнит сив. Я даже не ударил, он солился. Я не ударил его даже. Да как, блин? Ты семечку кидал. Я угадал? Я в мобов внизу увешу, да. Ну, конечно, он на тебя пойдет. Опять
блядь, Толем криво стоит. Опять с паухой хуярит. Рейдж, посмотрите. Жить. Вы никуда пошли, пацаны, не в ту сторону. Смотрите, где близко. Я сказал, внимательно будьте. Есть-то? А у него когда? Мур, здесь прожаться лить и дать каплю? Охуеть, цеповуха уебала. Не один ты. Тихо. Босс весь. По Ниру дать Войд каплю под бабу. Бабл дай только. Нир, забери, блядь, босс. Забрал я его. Зумера баф. Зумера ребафните, Нира хильте. Зумеру сейчас холидес каплю готовь, как скажу. Давай каплю зумеру. Зумер, забери босса. Под бабу. Молодец. Я маг в песчанке один, может. Зумер, кого-то ко мне. Прожми нет зыбку, если есть. Сейчас зубы по Ниру дашь. Нир, забирай. Нет, не надо зубы. Дай каплю экскалибур Ниру. Поздно. Понял, все. Сейчас еще есть. Массакра есть. Давай 50 на 50 отдай. Готовь экскалибур каплю по зумеру. Прям сейчас, давай. Бабом. С полтинником, бабом, с чем-нибудь. Мрешь. Зумер, жми кровь. Нир, массакру. Нир, дай каплю ему. Дай каплю. Не, жми треньки. На ману на хп гимн. Возложение. На ману на хп гимн дайте. Возложение Войд, дай Ниру. Зумер, жми сейчас что-нибудь, что осталось. Сейвов на тебя не будет. Вставай, Нир, бабл таун. Все, молодец. Ебаный рот. А мне СС не было. Да понятное дело, у нас у Локи дохуе, там не было СССР больше. Блять, ну пизда, типа, ебать. Тут самое главное, поймите, грамотно распределить и озвучивать, сука, сейвы, и все, и этот босс падает. Да. Прям в конце, блять, Сакра откатилась, и ману хорошо дали гимн, спасибо, прям, блять, мана ноль была. Да чё ты там леленкуешь, сука? Я сейчас, блядь, выживу и, сука, топ-1 дам. Мне похуй. Выживет, убьёшь всех. Там, ты Немезида договорил, мы не туда пошли, но там ново кинулось после того, как мы туда пришли, вроде бы. А хули, блядь? Если бы президент не сдох, мы бы босса не убили, если что. Защитили. Почему? В смысле? Не... Да, блядь, ну да, я знаю. Чё упал? Ебать! А с хуя? А тут ничего себе. Ого. Ильдарчик, а это законно? 58 тысяч цеповая.
58. Ну ты когда 4 стоишь. Ты можешь что-то там что-нибудь? Диван какой-нибудь или еще какую-нибудь хуйню? Сейчас, на кого этот самый? Блок? Няшер. А чё с комбатом? А, не, всё, и нету комбата. Нормально. Есть комбат. Ну, кто резнулся, комбата нет. Умирайте так. Просто. Идите, умирайте на трэш. Дал диван. А чё там это, лянкани, няшер, очень интересный лут. Идите на визок с трэш сесть. Ну там лук, я уверен. Хороший лут, да? Слушайте, а со скольки траев в первом он падает с одним мобом? Сразу падает? С первого? В одного танка, я держу в курсе. А кто пал? Ты танчишь палом, да? Да. В первом рейде ДПС больше в разы, ты не сравнивай. Я, конечно, не эксперт, но по-моему, у вас хороший танк в первом. Мы еще 23 тела били в первом рейде. Ты согласен, Эльдар? А че упал-то? Давай уже, скажи, ну, скажи, Эльдар, бля, ты лучший танк, ты лучший просто бог. Давай, да. Дайдите к Ториму, кому там лут нужен. Не могу отдать. Себе скинь, потом трейдом отдашь. Окей, блядь. Так ты это, да, кинь себе лут весь и пошли дальше. Пошли. Осколок-то я не могу себе кинуть? Ну, осколок, подойти, холидес. Холидес, подойди. Если в бою где умереть, или трэша будем чистить потом? Потом помрём на трэш. Пошли пулять. Подожди, не пуляй, пока... Это ласт. Няшер, понял. Киллы, ДД. Галерея, валишь, все, прыгайте. Башка, короче, вообще тоже паладина не нужна, да? Вот на кого? На танка? Вообще на три спека не нужна? Никуда. На танка нужна, это весовая, да. Хилов нету, подождите. Пусть хилы, давайте быстрее, ребят. Времени мало осталось. Тайна ретрика, это бессмысленно не нужна. Какая голова? На ретрика штаны? Ланцет. А, пушка упала. Да. ФДК, давай, руби. В смысле, берите на комбата, я хуй знает. Ну, хоть кто-нибудь упал. Берите. Да, я бегу. А, там ФДК берет, все. Извиняюсь, я не увидел. И я думал, дизать будет. О, башка. Кто-то ее очень хотел. Первый раз, по-моему, да, падает? Да. Не, никогда не падал у нас. Там Экскалибур, наверное, он прилетит. И же ретриком не играл еще. Да это башка бисовая на паладина прилетит. Ну, да. Есть типа через бошку, а есть через штаны с Левиафана. А штаны за 40 гривен или нет? За 20. За 20. Хорошо. Эх. Слышь, Няша, это как бежать будешь? Запусти этого Торима. Он там попутит. Симметерия, а ты что хочешь брать на сетом? Ой, в смысле, типа ты уверен, что ты башку хочешь? А не ноги. Или штаны, или... за что? Я лечу, парни, к вам. Я на Ториме был, типа, такой. И он меня через текстуры тупо притянул. Как бы экспресс-доставка The End. Это закон? Я такой... О, МК. Давайте его не бить. Его друиды любят. Да друиды долго, они всегда стараются спасти. Не факт. Тут просто агат. А так никто больше не... Не, кстати, я вот сейчас вот это понял, о чем Синдорс сказал. Ну, по факту-то я бы молчал бы дальше, если бы выжил. Да, я об этом говорил. Ты тушаришь. Ты тушаришь? Он петушочек, да. Надо правильно сразу. Петушаришь. Тризота, ты ему адрес свой скинул по итогу или нет? Скинул, но он очкует приезжать. Слушай, где? Не видел.
Да ты ж приедешь с этим, с прода, нахуй мне нужен. С Яриком он прода, с Коксисом приедет, какой прода. Слушайте, ребята, а ДПС вот с Торима кто-то сохраняет? Вот этот рекаунт или что-то, скрин какой-то? Ну да, в рамочку. Победный ДПС. Какой-то третий, четвертый рейд. Второй рейд. В рамочку ДПС Фрей, когда демоны накручивают. Не, кстати, по факту, это третий рейд, который осилил Торима в Хейме, да ведь? А какой еще осилил? У Этернова. А, Этернов. Да. Но они после нерфа же убили. Так, тихо. Квадрат. Квадрат. После двух нерфов. Квадрат хатьфу, контролишь. Печеньку, перегар. А у всех комбат? Череп бьем. Поехали. Остальное. Череп рип. Эльдар, кажется, к нам сейчас это, кто-то придет. У нас комбат. Да, комбат. У нас комбат после босса еще. А, после тур? Да. Сейчас умрем на... Да нам сдохнут. На Визаксе. На Визаксе вайпер, хотя не на Визаксе, но... Ты ж придумал, чё. Чё, поздравляю, 7 из 9 теперь. Он остался стабилен, а нет такой апчи. 7. Ну, пожарного ещё. Мимирон. Ну, собрание. И собрание. Ну, Мимирон это с Эриком, удачи вам, я туда не пойду точно. Да Мимирон сейчас легче, блядь, собрание. Одним кемпом будем стоять в мили. Эрик пусть там кайфует. Эрик это Куробеков, да? Да, а погодите, а это второй рейд, а не третий? Да, это второй. Нет, второй. Второй? Ну он посильнее по ДПС, чем третий. Сука, найдите ДЦ, блядь. Так скажем. Так и должен был вот этот их. Это Саян, но все, он пропал. Алекса это, но не ДЦ? Ой, там слава ДЦ очень. Ой. А где брать ДЦ? Ну я приста готовлю, но я еще третий спрек даже квест не делал. Вот Клондайк должен ходить. Но он не мог. Те же метки. Поехали. Летом сделаю. Месяц-два. Квадрат. Квадрат. Чфир, это шип. ДЦ же ты. Так, ребят, я думал, с Йоком плюс один не должно быть проблем после того рейда. Прикольно, Габиноху не могу токен отдать. У нас локов очень много. Так что мы на минут 15-20 задержим. Отдай Месси тогда. Габинох, короче, я не знаю, что-то не отдается тебе. Кто еще раз, Эльдар? Я не делаю, что на 15-20. Тут у меня законы функции. Блять. Не собираться можешь. То есть плюс 4 сейчас бьем? Зачем? Они же убивали плюс 1. Может кто-то сказать, что он сказал? Я вообще нихуя они не знаю. Они убивали, они уже убивали плюс один. Говорит, жопу скинь. Да я зер... Блядь, Эльда... Вот это я сейчас услышал, кстати, и сам иди нахуй, понял? Ну да, я его тоже на 200 сделал. Ну просто это очень хорошо слышится. Маба. Так я серьезно, блядь. У тебя встроенный микрофон в этот, ну... Блядь, у меня, сука, малой спит в комнате, я, блядь, на кухне сижу. Ну все тогда. О, вот так лучше слышно. Кстати, да, хорошо слышно. А можешь так говорить? Можешь изоленту взять и вот так вот примотать? Да, кстати, говорят, еще прям в рот засунуть помогает. Наушники нормально купи, будет слышно нормально. 500 баксов? Не понял, это в мой огород камень? Эрик там говорит, типа, надо пятый рейд дальневосточный. Его, говорит, Синдор подводить. В смысле, а женский статик так как? Помнился вообще. Женский статик это шестой. Не седьмой? А с каких пор я это? Дальневосточный. Так ты
ты ж это, узбек из Харькова. Чё нет? Ты не восточный, блядь. Ты что-то, ты на Барабашове там это, торгуешь. Так да. Чайниками торгуешь, да? Узбек из Харькова. Куточками, куточками. Это как таджик из Москвы? Так это не рофл? Таких много. Вы хоть стримили бы, что ли, вторые рейды там? Чтоб люди там... Так стримится. Там кто-то память, стримил. На Твиче я всех понял. А, на Твиче. А. Как я не умею. Кстати, да. Чтоб люди завидовали, что второй рейд... А сколько статиков сейчас у тенеплёточки, интересно? Там 20-30? Поехали. На Шинвале? Слышишь? На Шинвале? Да. На Нипу. Дайте кому там ссылку кинуть, я кинем. Цены на Варнаксе играют, что ли? О, хорошо. Хорошо пошло. Спасите Варлока, пожалуйста. Заберите стражу. Череп, парни. Я вот это убить срочно. И лучше ему стан дайте, Я страшно. Иначе сейчас, блядь, будет. Блядь. Слышь, Кама. Боевой клич надо. Боевой клич. Боевой клич офицеров, все вместе. Все офицеры. Дебилы, блядь. Пускай все знают, какие у нас офицеры в гильдии. Вы тоже его убили в Хэйме, не убили? Да, убили. Чувствую, рейд хорошо. Эльда. Так, короче, я теперь во второй рейд хожу. Вместо Эрика? Кама, знаешь, как сделать, чтобы ты во второй рейд ходил? Просто ты переименовываешь свой рейд во второй просто, и все. Блин! Имба, блин. Все гениальное просто. А если переименовать в первый рейд, то это сработает? Подожди, и Эрик тоже будет второй рейд, понимаешь? Вы такие просто информацию пишете. Второй рейд среда, не второй рейд четверг. А потом такое резко. Четвертый рейд! В пятницу. Занда завтра какую-то речь будет говорить перед рейдом, походу. Я зайду послушать. Слушайте, ребята, я буду бухать и зайду послушать. Ребята, а расписание... Он добрый, он еще добрее, чем я, блядь. Да, кстати, Саня добрее, чем... Ребята... Сейчас будут ходить, они сейчас к нему в рейд проситься начнут, потому что он добрый и объясняет все. А расписание... Зандас будет вам это все. Да, блядь, что с расписанием, давай. Ну, приста, бей приста. Блин, не бей приста. Какой день расписания утверждается на следующий, когда в среду, да? В среду. Ага. Когда РЛ может. Вайпоинт-то нет. А чё, бой висит ещё? Убиваем. Конечно. Да. Зохнем. Иди сюда, красавец. СС, за что? СС, вот сейчас бы масрез, да, блядь? Вот да. Чё, ещё не докачалось? Диван дайте. Хилок, там кому-то уже дать. Кстати, там 7 диван. Голосов или 4 всего стоят, так что давайте. Убивайте. Кто там голосует на випку? В смысле? Что? Ну 100 это один, вот эта гильдейская это херня одна. 4 голоса стоит, что ли, или 7? А, не, так я сумки купил, там, 26-слотовые. 26 слота за 49 голоса. Да ладно. Да, чекни. А чё он кастовать будет сегодня? А где тебе сокрушение, как бы? А каста нет, потому что я с пулей украсил. А чё вы прерываете? 30 слотов слишком дорого стоит. Пошли они нахуй. Ну, типа... Вы собрание не трайли в Хэйме? Да, не убить сейчас собрание, это пока они его не починят. А что там сломали? Рандомно каст кидает свой. Дебаф кидает рандомно. 4 трая подряд в первом рейде это на танка кидалось и просто ваншотало меня. От каста. Он должен в рейнджу докидать. Ну там убила какая-то гильда Энза, что ли? Так что... О, ну у нас 3 рейда сильнее, чем Энза. Один. Бомба все равно висит, кому диван давали.
умри. На войде нету. Пока не поздно. Ну, умирать. Ну что, диван давали, я не давал. Все? Нет, фойс, комбат, фойс. Фойс, сдохни. Блять, комбат, ебать. А чё ну за... ты в комбате. Опять комбат? Можно отойти на 2 минуты? Чё нету комбата? Агата в комбате, Рестар Шаман в комбате, Толя Слесарь в комбате, Войд в комбате, бля, Мимик в комбате, а чё, Месси как... в комбате. Выйдите все нахрен с санста, пожалуйста. Выйдите просто с санста все. Уж обновить там, я не знаю. Да это будет багаться, вы выйдите в санста. Лось, умри. Я выхожу сейчас. Умри прямо сейчас. Это мелкие, наверное, сторима, да? Могу. Да, это, скорее всего, вот эти мобы, которых мы выгнали. Ну да. Просто из инста все выйдите и все, они просто переагриваются, пока вы заходите. Он на Симонориан выйти из инста. Куда вы бежите, блин? Камни юзаните, камни. Долоран. Суманем. А этот завтра... Кстати, будет... слышишь, Эльдарчик? Прям, ну, типа, с этими граундингами, это прям имба идея на Огауна. А чё он... Это вас сейвить будет жестко. Эти, как они, вспышки? Живые созвездия касты, да? Да. А он убивает тотем? Ну, конечно. И сколько шаманов у вас? Ну, посмотрим, сколько будет. Оно уходит... 2.5? Ну так а смотри, оно уходит, когда на шамана каст идет, или когда хоть на кого каст идет? По-моему, оно пашет на пати, и если человек в пати, то оно и интересно. Вбирает в себя этот каст. Ребята, из инста выйдите. Мимик, Катьфу, Габино. А уже вроде комбата ни на ком нету. Комбата здесь. Да, я зашел. Комбата. Че, заходить, да? Все, уже спал. Че, сохранить можно, вырезать этот видос Торима? Как там кто еще делал? Ну вот и убийство. Ну можешь вырезать, как я мордой в пол умел. Так ты на каждом видосе так. Да, ничего не меняет. Как мы с Немезидой бежали и получили плюс. Чего это, типа, сохранять и резать? Не типа посмотреть, там, может, сравнить. У нас есть убийство, это как бы первого рейда. А Дивар? Тревогас, наверное. Там есть все, что надо. Не, просто сравнить, может. Сравнивать. 29 миллионов и 39 миллионов. И то мы быстрее, по-моему, справились. Там пиздец. Плюс урона 10%. Два раза мы убили такого. Ну ладно. Всего лишь. Нет, а там нечего сравнивать. Там нерв подъехал. Да не, я не имею в виду сравнивать с этим. С они очень разные сейчас, типа. Не, я не говорю же с этим, с который не нервничает, не с ним же сравнивать, просто. Ну, я тебе это говорю, вот мы в четверг шли, мы убили в одного танка в 23 человека с одним контролем. Это уже это говорит о том, что босс очень легкий теперь. А что вот Нира, допустим, он слабее одет, чем твой танк, что ли? А, смотри. Нет. Тогда, сейчас еще физуху понерфили, понимаешь? Он еще сейчас меньше физуху бьет. Он бил два раза, еще больше два раза. Ну вот если Нир, допустим, один будет танчить, заебись будет. Понимаешь, там после 10 стаков надо просто на нем держать всегда этот. Как он? Прожимать. Если что, ну как бы Нир. Я тебе уже это говорил. Вот этот талант must have. Обязательно. Во-первых, вот этот у нас талант хилы. Must have.
если ты хочешь танчить вот таких боссов, как Торим и дальше, типа, на собрание это масхэв, на Везаксе это тоже масхэв. Пацаны, шкаф стал на часы. Минус 20% скорости атаки. В первом рейде хилы, типа, гораздо лучше, ДПСа гораздо больше. Ну и, типа, из-за этого там так убивается, изи. Слушай, ну это понятно, но как бы пару КД и будут люди одеваться, будет повышаться немножко ДПС. Я тебя хочу... Не хочу, конечно, блядь. Нет, я тебе просто это говорю, что эти два таланта очень важны. И в ДД. То есть просто... это Тандерклапы? Агата в ДД. А, ты про это, ДД. Я понял. Окей. Два Хольпала, или ты шаман. Рибаф. Рыба стоит хаос. Потому что Афлик намного интереснее. Потому что Афлик дамажит больше, если правильно все делаешь. Соло таргет сейчас нет. Дайстрик больше даст. Но если есть где разогнать порчу, да. А где рыба? Да, где нет. Рыба? Ешьте, под камнем. Поставили камни. Что, под хреновые камни? Класски пьем. Уже давно выпил. Что-то близко, не метко. Можно чуть дальше, да? Блоки портала. Вот тут можно. Я прыгаю. С метками проебнусь. Поехали. Порталы близко. Порталы близко, чуть подальше надо. Ухи цепляют. Все, все готовы. Никто не бьет из РГД сейчас. Никто не бьет раньше танка. Танк подходит и сам ударяет. Чтоб он никуда не двинулся. Бля, далеко, слышь, мы не достаем. Застань ДК, чуть назад. Стой. Я хотел сказать, ачил сделаем 7000 ебать. Вышел. Сейчас метка будет. С меткой быстро назад выйдет. Метка сейчас скоро вышла. Мимик назад. Ну или так. Вышли. Давайте постарайтесь ачивы сделать. Чуть первый рейд обоссать. Не получится. О, Фойс уже отлет. Вышли. Нет еще. Вышли. Сейчас метка будет. Метка, перегар. Стоим, куда пошли, блядь? Вышли. Ты чё так рано включаешься? Я что? Вышли. Хуёво. Станьте метку, пожалуйста, все, в ботинке. Флойс. Чё? В Миленецпо? То у меня кливер на пэт. Сейчас будет. А, вышел. Хорошо. 40 секунд еще.
Внимательный хвост. Вышли. Вышли. А, не, стоим. Сори. Сука. Агра. Вышли. Там танк убил. Упал. А как убил? Танк умер. С двух ударов убило, блять. Ну чё, пацаны, блять? Не жмемся. Сакра была. Да ты не заберешь, позже все забей. Там он не таунтится. Он не таунтится, да. Как бы все. Жить. Я дал массакру, но его с двух ударов сложил вопрос. Погоди, у нас. Чё у нас? БДК танчит, да? Угу. Вот это проблема БДК. Он ват. Первый удар на пол хп, второй сдох. БДК это ват. 29 тысяч. За 2 секунды в него не прилетело ни одной хилки. Ребят, вахули пол. 10 секунд? 2 секунды. А, 2 секунды. Прилетел только шок и все. Один шок небес. Ну да, 2 секунды это много. Это ваш косяк, хулипал. Держу в курсе. За 3 секунды ни одного хулилайта по нему. Ноль. И говорить, что его сложило, блядь. Шкаф, тыкните, пожалуйста. Так хорошо шли. Почти тенефобию сделали. Кто же улетел тут вначале? Да никто не летал. Ну вот, есть еще шанс. А, подожди, не попал. Сейчас посмотрю. Вроде нет. Не, никто не попал. Ноль. А, не, попал. Мордун. Так, пусть. Немеси до Мельрей за спеком или нет? Чё? За спеком лететь или нет? Не, не надо. Зачем? А с хулипала не прохилил, чё? Чем тут там? За 3 секунды 0 хайлов, это пиздец. Те, у кого сагры хуёво, типа Толяна, можете со второй ужин начинать бить, а не с первой. Он маги же только копиями скидывает агру, правильно? Они не скидывают. Инвизу. Они просто стопают. После инвиза агру возвращается к тому, какое было. Нет, она полностью скидывает. А что там 1.6 пишет? 29 22. Давайте быстрее. Давайте повнимательнее. Он еще даже не забрал этого, блядь, Элема, блядь. Вы уже его уронили. 4 паладина, 4 капли.
все сложно будет. Зумр, типа, он говорили насчет воли мертвых, нет? Топ талант. То, что тебе надо вкачать этот талант. Обезьян вроде говорил. Сейчас бы он тебя спас. Даже при том, что косячит хулипал. Будь добр, в следующем РТ взять этот талант. Я готов. Без него сейчас сложно. Пуля иди. ДД, ДК. Без ДБМК. Чуть-чуть назад. Все, стой. Пары, пацаны, ну. Давай. Ложа? Да, ложится. Дайте диван. Есть ДП? В спа. Через мэла. 32 тысячи. What the fuck? Чем? А зачем табаться вообще? Здесь. Тут одна цель. Че?